Thank you.
ми служимо, наша братія служить трохи в суботу. Так ми завіділи вже на Марії. Якщо субота рядовая, то кисло жається здесь. Якщо субота пасічна, і в більшому храмі. Будні, опять же, большой. Ну, а маленький храм у нас в Петербурге задействуется в четверг, когда совершается молебен с акафистом иконы Божьей Матери Гордо Эпикус, Скоропослушница. Вечерний богослужение начинается в 16:00, поэтому последний купол у нас проводится в 4:00. То есть, чтобы я должен успеть до 5:00 сдать ключи, ну и закрыть дверь. До утра сюда не зайдет. Вот такие дела. Приходные сонождения, скидывайте Бога, Манас, Павлишник. Аправо спускаемся, голову наклоняем. Потолок невысокий. По левой правой стороне галереи находятся локоны монашеские. Вот. Когда-то они наших усопших отцов. Большинство на них, к сожалению, пустые, потому что еще до войны они ограничений никто никто не отменял. Поэтому будьте любезны. Приходит публика весьма озабоченная, скажем так, с безопасностью, своим здоровьем. Вот. Поэтому, чтобы с ними не спорить, не вступать в какие-то разговоры бесполезные. Но лучше вот на всякий случай ложится чего. При всех остались, никого не видели. Прошу вас. Аккуратно, аккуратно, не дайтесь, пожалуйста. Там его ступень вы подсказываете, пожалуйста. И не одно. За ней проходит 100 человек. Представляете, что будет, если каждый будет сидеть свечки именно так. Так вот, когда-то давно для каждого ступшего монаха вырезалась такая специальная ниша. Гроб с телом уходил в нишу. Ну, отверстия закрывали специальной доской, плитой, кирпичом, чтобы однажды, в свой день, открыть вход. Ну и вести мощи. Как жил человек? Как он спасался? Какой плод собрал? Вопросов может быть много. Кости скажут лучше всего без всяких слов. Если мощи чистые, значит порядок. А если нет, возвращаем. Начинаем вымаливать. По-старому происходит только на горе Афон. Что приходилось могилу открывать. Был трех раз. Вот, был такой случай в 19 веке в Пантелеймоне. Может быть, перед домочником Пантелеймона. Так вот, могилу открывали три раза на монашескую. Ну, одного там человека. И на то были причины. Потому что он, ну, повел себя неправильно. Он впал в состояние прелести. И когда через 3 года после смерти его могилу открыли, то обнаружили вот такой вот несчастье, такой вот черный, значит, труп.
Его вернули в могилу, вымаливали 3 года, потом снова открывали и снова закапывали. И когда через 9 лет, день в день, могилу открыли третий раз, поняли, что ничего. Сейчас мы приходим много киевлян, гостей нашего города. Преподобный наш Федорик Карликов, и Богдан Азмешников. Пожалуйста, прибавьтесь. Еще одна чаша, в данном случае для головы. Чья голова, не знаю, Бог тебе дает. Да, главки вы часто покидали свои усыпальницы. И храняли на пол, и носили на улицу. Играли в футбол, всякое было. Надо вспомнить, что недавно документов, составленных наркоматом юстиции, был и особый циркуляр под названием «О ликвидации мужчины». Вот то есть не райком, это все сочинил, горком, не был исполком. В субботу, вот здесь, землёй, мы сходим литру дни божественного. Петрухи, с правой стороны, да, алтарь храма, в котором совершается литургия. Вот эта ступенька совершается причастие. Ну а по левую руку до выхода, рядом с прихожанами, смелее. Хорошо, прошу. Потом часы, потом литургия, около 7 начала, около 8, до полдесятых. Потом литургия. Да. Но без субботы праздничная мы здесь не служим. Филиппин постом вообще не наступит вообще. Ни одно. Да, посвятите чуть-чуть. Так, теперь по поводу кельи. Сейчас не скажу. Сюда. Мне, собственно, в такой комнате человек может пожить, например, 3 года. И даже больше, если Господь давал силы. Еще одна главка, пожалуйста, вкладываемся с правой стороны, ну и с левой тоже. Андроника и Иоанна. Кели остались, а вот мощей почти нету. Ну, вот на пороге преподобной Иоанна, на пороге кели преподобной Иоанна Зеленецкого, одна голова в чаше. Ну, а в кели Андроника только небольшой такой ковчежец кирпичика. С левой стороны отхода в его келью икона, образ. Называется клип.
Ну, то, что когда-то называли храмами, когда-то давно в древности, вот, в эпоху гонений. Сейчас Питер называют. Осталось всего три. В этом году у нас в январе месяце был случай такой вот удивительный. Три главки мироточили. Три. Три. Вот. В один день. То есть это я наблюдал. Две паломницы, которые в тот день приехали к нам в гости. Благословение. И есть человек учененный, который занимается в свое время. Но опять же, воровство не закончилось, не прекратилось. Она приходит иногда, скажем так, ну, наконец, кем я кем учеников родился. Кем я учеников. Это место, где упокоит наши праздники. Монахи, мужчины, женщины и дети. Еще маленькие дети, желтые. Так вопрос. Какие дети могут быть, может, помогите, да, уже? Запишем эту усалочку. Тем более, все такие католики, да? Эти юридически запрещались. В женском полном, в святой монастыре, в общем. А тут не просто пришли, а остались навсегда. Всегда забыли выходы. Не было выхода. На выходе стояли ребята, скажем так, хорошо вооруженные. Это конкретный план. Дай кому-то больше. На аркане, да. Хрень, ну, рынок не закрывался, то есть надо стоять. До 100 тысяч уходило, даже больше. Да, потому что работа работает, он все огромные барыши. В разных позах 25, по другим данным 30 тел. Они были аккуратно собраны и помещены куда? В отдельную комнатку. А потом было решение собора церковного считать мучеников за венца преподом на мучеников.